Поедем с комфортом. Белорусская шигунка собирается удосконалить умовы проезду с Минска у Брест, Гомель и Калинковичи. Плануется, что нововведение шигуночных взносинов уступит у силу с 19 вересня. Теперь тягник межрегиональных линий бизнес-класса номер 735-736 Минск-Брест-Минск будет обслуговываться новыми электротягниками. Что тычется тягника региональных линий бизнес-класса номер 875-876 Минск-Калинковичи-Минск, у им з'явится больше посадочных мест. Больше подробязную информацию можно отримать на сайте белорусской чагунки альбо по номеру 105.